Администрация железнодорожного района Самары напоминает, что школьники после уроков будут много времени проводить дома. Чтобы не допустить несчастья, важно соблюдать правила безопасного использования газа в быту. Основные правила размещены в карточках. При утечке газа пахнет тухлыми яйцами. Если почувствовали запах, не включайте свет и электроприборы. Также нельзя зажигать спички и свечи. При запахе газа немедленно сообщите родителям. Помещение нужно проветрить. Вызовите газовую службу по телефонам 104 и 112. Администрация Самарского района рекомендует сделать прививку от гриппа. Вакцина содержит различные штаммы вирусов гриппа, которые наиболее вероятно будут циркулировать в этом сезоне. Прививка выпускается в виде инъекции и может быть проведена врачом в поликлинике или другом медучреждении. Кроме прививки от гриппа, существуют и другие важные прививки, которые рекомендуют делать в разные возрастные периоды. Например, детям рекомендуют получать серию прививок для защиты от таких болезней, как корь, коклюш, дифтерия. Взрослым также рекомендуют обновлять определенные прививки, чтобы поддерживать иммунитет. У прививок могут быть побочные эффекты, такие как легкое покраснение или боль в месте укола, лихорадка или слабость. Эти эффекты обычно быстро проходят, и от них меньше вреда, чем от болезни, от которой защищает прививка. 21 сентября в Самарской области состоится Всероссийский день бега «Кросс нации», сообщает телеграм-канал Ленинского района. Это ежегодное массовое соревнование по бегу на различных дистанциях, которое проходит во всех регионах страны. Забег привлекает к участию всю больше любителей бега и здорового образа жизни. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», национального проекта «Демография». Центральный старт пройдет на Верхней Поляне, лыжный комплекс 1, спортивная школа «Чайка», расположенного по адресу Смышляевка, территория Лесная, улица Олимпийская, здание 4.